Касымжомарт Кемелевич, я еще не встречала человека, может, я не в той среде нахожусь, не встречала бы человека, которого бы не устроил герб. Я не знаю, какая вам молодежь вам это сказала, какое вам научное сообщество, какие вам люди сказали о том, что нам необходимо сменить герб. Касымжомарт Кемелевич, колоссальные затраты пойдут на смену герба. Все у нас хорошо с гербом. Направьте эти деньги лучше на реализацию каких-то проектов, допустим, поднимите наше производство, наше местное казахстанское производство. Ведь большинство продуктов у нас являются привозными. Понимаете? Касымжомарт Кемелевич, я против. Я не знаю, конечно, мой голос будет иметь значение, но я так думаю, со мной солидарны будут миллионы казахстанцев.